Драгоценные камни подвели под статью. Огромную партию подпольных бриллиантов хотели продать в Челябинске за копейки, но торговцев поймали оперативники ГУВД области. Хранение, перевозку, пересылку, либо совершение сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями в любом виде и состоянии предусмотрено статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации. За 7 этих бриллиантов трое мужчин просили 49 тысяч евро, но милиционерам под видом клиентов удалось сбить цену в 2 раза. Во время сделки она проходила днем возле оперного театра. Всех продавцов задержали. Преступниками оказались жители Санкт-Петербурга. До этого они пытались сбыть алмазы в Екатеринбурге, но там ничего не вышло. Удивительно, каждый из этих бриллиантов кристальной чистоты уже огранен. Вся партия оценивается более чем в 2 миллиона рублей. Откуда драгоценные камни у преступников, сейчас выясняется.